Кульминация сезона у волейболистов университета. Напомним, клуб стал серебряным призером чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги А. Согласно регламенту соревнований, барнаульцы получили возможность провести стыковые матчи с 15-й командой Суперлиги. АСК из Нижнего Новгорода за право сыграет в следующем сезоне в элитном дивизионе российского волейбола. Серия игр проходит до 3 побед. И пока команда АСК выиграла обе встречи 3-0. 16 мая в Барнауле будет решающая игра. Начало поединка в 18:00. 8 мая спортивное сообщество Алтайского края было шокировано. Футбольный клуб «Темп» объявил о подписании контракта с Владимиром Завьяловым, который до этого более 15 лет отдал команде «Динамо Барнаул» и являлся лучшим бомбардиром 21 века. Из-за околофутбольной ситуации «Динамо Барнаул» и нападающие разорвали контракты по обоюдному согласию. Напомним, ситуация произошла в Новотроицке. После очередного матча ряд футболистов, в том числе Завьялов, отправились в заведение, где злоупотребили алкоголем и напитками и вступили в конфликт с компанией местных. Профессиональный спортсмен, ну, не имеет права себя так вести. Но, к сожалению, что сделано, уже то сделано. Если бы была возможность сейчас вернуть бы все назад, я бы, не задумываясь, вернулся, все исправил бы, ничего не было. Но, к сожалению, это невозможно. Но возможно вынести из этого какой-то урок жизненный. Теперь Завьялов будет играть за «Темп» в первенстве России в третьей лиге. И эта ситуация – очередной повод для молодых и горячих профессионалов задуматься, во все ли двери стоит заходить после матчей и как себя там вести. Дмитрий Дроздов, «День с толком».